Она бросает камень в двор огород, в домских галстуках тупые остолопы. За что вы так не любите народ, кормящий ваши капиталы от попы? Кто же она, просто медсестра? Живет семьей на 10-300. Совсем уже нет надежды на Христа. Она чаще вспоминает коммунистов. Учитель-врач был гордостью в почет. Передовику у завода были честь и слава. На курорты отдыхать их каждый год страна своих рабочих честно посылала. Сидит и плачет, как ей жить, неленивая гражданка России. Детей она сегодня учит родину любить. А за что? Им объяснить не в силах. Чуть-чуть не дожил, кормил семью, не выдержал нагрузки. Но пенсионный фонд всегда платил. А где же деньги детям? Да хрен по-русски. Мама ее два инфаркта пережив, детей учила в школе русской речи. В итоге кукиш с маслом получив. За что же нас государство так калечит? Святой, простой, наивный наш народ сдает копейки детям на спасение, а батюшка на джипе нам поет, желает всем вселенского терпения. Могучая, великая, богатая страна, непоколебима крепкая держава. Так что же ты не ценишь ни хрена своих детей, создавших эту славу?